Всем привет! Приготовим с вами яблочный пирог. Называется шарлотка. Очень вкусный. Готовится очень быстро, легко. Итак, давайте начнем. Нам понадобится 3 яйца, стакан сахара, стакан муки. Стакан 200 грамм. У меня просто 250, я насыпала что-то по 200 грамм. И 2 яблока, нарезанные дольками. И миксер будем взбивать. Разбиваем 3 яйца. Добавляем сахар и взбиваем. Взбиваем до однородной массы. Добавляем понемножечку муки сюда. Вот насыпали, немножко размешали и взбиваем. Добавили еще чуть-чуть. И последнее. И в тесто добавить можно 2 грамма ванилина, пакетик один. Для вкуса оно будет ванилькой пахнуть, получится пирог еще вкуснее. И взбиваем еще немножко. Нашу форму немножко смазываем подсолнечным маслом. Так, все сковородки растираем. По бокам тоже растирайте обязательно, чтобы не пригорело. Не прилипло потом. И посыпаем панировочными сухарями наше дно формы. И выкладываем яблочки. Вот так вот. И поливаем нашим тестом. Так равномерненько везде. И ставим в духовку в разогретую. До 180 градусов. 30-40 минут будет достаточно. Посмотрите, он подрумянится и можно снимать. И ставим наш пирог в духовку. Выпекаем при 180 градусов 30-40 минут. Наш пирог с вами готов. Для того, чтобы еще легче отделялся от дна, можно, помимо того, что мы присыпаем сухарями дно, также обвалять в муке наши яблочки. И тогда оно легче сразу отстанет. Собственно говоря, вот все. Очень вкусно, пышно, поднялся хорошо. Всем приятного аппетита!